Давай китайоза, тащи, тащи это. Ты так забавно его забрал, енот. Так тащишь. Кого ты сейчас родишь? На вытянутых руках несёт. Давай, закрывай. Генератор и насос ещё. Двигатель какой-то, чтобы откачать. Семенит так. Как в мультиках. Где для гарпуна можно купить? Скажи, у кого есть? По-моему, у Тревора как раз. Это мой кортик. Тревор, кстати, нам что-то дать хочет. Шотландский кортик. У меня такой уже был. Я уже давно с ним ходил. Старый совет. А где Тревор-то? Что, берем? Подожди, дай закупиться. Хотя, да, бери, да, да. Я все уже. А где Тревор-то? Я ни хера не слышу из этого передержа. Во-во-во, стойте, не надо собираться. А где Тревор, кто-нибудь его видит? Да, так вот, мы ему сдавали сейчас квест. А черт, это он и был, что ли, мать твою? Козел убогий. Я в кругу стою, так что аккуратно. Я в воздухе заспавнил. Как... Ладно, давайте. Камон! Господи, все заминировано, это страшно. Я буду стоять. Вы же понимаете, да? Единственное кто... место, где не заминировано. О, ну нахер. Как мы. Конечно. Я сейчас топором кого-нибудь кину. Началось. Началось, мои уже мины пошли в дело. Мои мины сработали. Только урона они не наносят. Нет, у меня убили всех. Мои мины были здесь. А у меня цифр нигде не появляется. Появляются, по-моему, только те цифры, которые... Ну, в смысле, в том случае появляются цифры, только если ты их... если этот урон нанесен тобой или твоими устройствами. Отлично, нельзя кинуть. Вот тут зомби бьет стену. Гарпун просто сюда. Хадака или хатка этого 52 уровня. Одним выстрелом в голову. Такие где зомби, то есть? Они не могут пройти. Черт, где. Я-то думал, тут такое нашествие будет. Они обманули мои ожидания. Я ему в яйца. Это все? Супер! Быстро! Супер! Полчаса подготовки. Народ, стреляйте в воду из гарпуна. Видимо, они сделаны из чего-то растворимого. И, в общем, пропадают, когда в воду попадает снаряд из гарпуна. Такие, ну... Лутать мины. Я не знаю, чьи это мины, но лутать. Тут было 30 с хером штук моих мин. А может не надо? Может они еще? Ну, может быть. Давайте не оставим, буду. Нафиг нам эти мины. Давайте оставим, нет. Нафиг эти мины. Идите сюда, уже. Нам Сэм Харди хочет дать задание. Если в NPC выстрелит. Ничего. Стой на месте. Ай. Мне было страшно. Отскакивают просто. Ну, Черномазик, давай скорее сюда. Чумазик, приди сюда, мы начнем квест, и ты пойдешь собирать свои мины. Где Рейджер-то? Вот, усилить оборону. Да Рейджер, вдруг опять это? Не будет тут ничего. Видишь? А, видишь? Он вообще ничего не еще говорит это? У меня, он да молчит. Закончил. О, до него дошло, что мины можно использовать. О, боже мой, тот сам вертолет. Мы же там были. Не вовремя. I can't really turn you down now, can I? Get back here as soon as you can. If those things attack while you're gone, we're finished. Господи, далеко нам ехать отсюда? О, боже мой. Ну, недалеко. Не, 200 метров.
Фак, чё за... Енотик, привет! Я не вижу енотика, вижу только виспу. Виспа, у тебя такая классная татуировка на пупке. Там, я не знаю, что написано, я не хочу смотреть. Стрелочка. И сверху написано, чемпион здесь. Малыш. Ну я как бы по себе судил, конечно, но ты правильно сказал, да. Нам тут выходить? Да, да. И да, я думаю, здесь нам выходить. Но лучше не выходить! Давай. Сзади много-много зомби. Подожди, гоняй пока, гоняй, я попробую мину поставить. Тоже поставлю. Ехать, едь вперед, главное, вперед, не назад. А, все, они закончились. Все, их разорвало. Теперь можно выходить, да? Выходим. Кстати, за пулеметом я буду сидеть, если че. За каким пулеметом? Ты о чем? Так это, мы сейчас снимем этот станковый. Вообще-то не здесь надо было идти, ну ладно. Нет, его надо отнести. Их две штуки аж. О, тогда я за вторым. Вот и несите. Кто несет, того и тапки. Я несу. Мои опаньки. Так, тут зомби. Народ, а... Они похожи на турели из второго Modern Warfare, который самонаводящий. Ну раз кто несет, я сейчас гранату кину в тебя. Походу два раза придется. Хочешь гранату? А нет, тут три места для... Сам сказал. Никто тебя за язык не тянул. Ну я зомби пытался убить, окей? Я тоже его пытался. Народ, я донесу убил. Пешком. Там третьего нету? Я пешком донесу. Да, конечно. Там нету третьего пулемета? Нет. Я не пойду проверить. Там два было. Я не могу сесть. Проверь. Сходи, блин. Почему те, кто сидят спереди, могут смотреть и вперед, и назад, а те, кто сидят сзади, могут смотреть только назад? Это нечестно. О, там что-то можно взять. Справедливо. Там что-то можно взять было. Да консервы или более утоляющие, нафиг не будет. Ну как нафиг? Чтобы были консервы или более утоляющие? Ух ты, я кого-то даже убил. Я где-то не там повернул. Утопленник сейчас просто охренел от счастья. Карту, скажите, куда ехать? Ну вот сейчас. Да, направо, направо, направо. Все, не, нормально, едешь, нормально, да, все верно. Все верно потом. Вот сейчас направо поворачивай. Еноту утянуло. Поднимите и помогите, в смысле, еноту. Я помог? А, не вот. Я подниму. Главное, ты как бы меня вылечил? Мне написало, что вылечил, но меня все равно убило. Да, такое же было и в прошлом Dead Island. Ти-ти-ти. И главное, аптечку-то они отобрали. Вот так, я воскрес сверху. Прыгай! Прыгай! Угу, тоже сверху воскрес. Енот воскрес. Ну что ты делаешь? Положи! Надо было сказать «воистину воскрес». Нет, это к еноту не относится. Так, секунду, мне звонят. Ну, если тебя утащат, то мы не виноваты. И зачем он вверх смотрит? Народ, там точно три пулемета, смотрите, три точки. Да, мы что-то один забыли, что ли? Ну, смотрите, три точки. На карте. Даже четыре. А, нет, наверное... Это место, куда можно поставить, скорее всего.
Да, да, наверное, место, куда можно поставить. Давайте один вперед, один назад или два вперед, чтобы впереди вообще все держать. Не, давайте один вперед. Я вот здесь вот наверх поставлю. У него. Похоже, патроны бесконечные. Бесконечные, окей. Ни патронов, ни этого. Ни. Как она называется? Целость, перегрева. Сохранность, перегрев. О, вот тут шикарное место. Я, пожалуй, здесь поставлю. Я буду сбоку. Вот здесь вот стоять. А переставить его можно? Да, удерживать F, чтобы снять. А я не удерживал F, я нажал F, окей. Нет, патрон не бесконечный, посмотри в правом верхнем углу экрана. 400 патронов. Бросили меня. У меня нет такого, у меня нет такого. Как нету? У меня там просто иконка. Попробуй пострелять. Пулемет, и все. Да? А сейчас? Ты пострелял уже? Пойдемте к Тревору. А, вот. Я сейчас перезашел, да, появилось. А до того, как я... До того, как ты до этого задание, у тебя были бесконечные патроны. Да. Эй, подождите. Ух ты, у меня было аж трое наручных часов. Стойте, там, если зайти туда, там начнется уже эта миссия? Ну да. Надо разложить назад гранат. Так тебе дадут время это сделать. Да давай, пошли уже миссию брать, пофиг. Еще заодно заберешь у Уэйна задание. О, хвосты ската можно отдать. Я внутри круга иду. Потом, в общем, хвосты ската соберем. Я ничего не буду отдавать вот здесь в мультиплеере. Нет, квест от тебе засчитываются. Все равно ничего не дадут. Нет, это квест. Так этот-то не дадут. Нет. А, не позже. Нет, не повторяющийся квест, а который обычный. Ты где только там? Только у Тревора этот, не подтверждайте. А, во, подождите, сейчас можно установить? Вот сейчас можно установить, да, сейчас устанавливать. Народ, зайдите, вы можете у Тревора купить что-нибудь? Нельзя но сейчас. Нет, патронов нет, для пулемета. Нет, он сейчас, да, с ним можно только этот, начать. Понятно. У кого есть хвосты ската? Патроны бы купить. У меня на 3 штуки для квеста. Посмотрите. Поглядите. Нужна кому-нибудь жесткая киянка? У меня одна штука. Нет вообще. Рейджер, хвосты ската есть? Сейчас гляну. Они у кого-то продаются, точно помню. Подтверждай. Подтвердил? Они у кого-то продаются, точно помню. Киянка. Сэма Харди можно забрать в качестве награды. Обосраться просто. Такая нужная вещь. Скат у меня один есть. Ну скинь мне. Револьвер нужен кому-нибудь? Хороший, прокачанный, до 4 уровня. Ну и нахер. Нет. Только дробовик, только хардкор. А чё, где-то дробовики, что ли, есть? А то мы с Рейджером раздвоили, тут пистолет злобный. Револьвер уже не нужен. Две аптечки стоит в углу, вау, потрясающе, ну спасибо. Ну, дружили! А они это, они спавнятся, я уже забирал их пару раз. 4 аптечки. Так, ну чё, всё расставили, да? Так что полезная вещь. Не-не-не-не-не, ты чё, ещё ничего не расставили. Я забор поменяю здесь. Да там поди опять будет полтора зомби. Не, я думаю, сейчас будет как раз нормально. Чё он... То есть, в прошлый раз была просто тренировка. Я смотрел у этого, у Тревора, да, у него там 5 звезд дано на этот квест. Типа мега сложно. Сейчас тоже мины тогда расставлю себе здесь. А, давайте просто разделимся это. В общем, по направлениям и все. Ну, я вот здесь подержу. Все, куда попало мины. Я тогда по центру буду держать. Там, где мой пулемет стоит. Ч,
Я так понимаю, пришелец пулемет узурпировал? Да. Я его поставил себе. Я отсюда слышу эту музыку классную. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Это просто потрясающе. Да-да-да, я тоже слышу. Эй, слышал. Мне пофиг, Виспа, можешь стрелять с пулемета, но сидеть я буду все равно здесь. Мне понравилось это место. Виспу переставь просто на левое все пулемет. В смысле? Вот сюда можно поставить где-то. Вот тут. Так нет, тут самое лучшее угол. Место для пулемета, просто открытое. Я площадка. Тебе ничего не говорю. А вот здесь, стреляй, вот здесь, здесь здоровье. Еще было, вот здесь вот. Вот здесь не лучше? А? Вот здесь. Где тут еще? Где? Здесь нету нигде? Есть. Ну давай. Тогда я мины там заберу, переставлю, а то их у меня тут. Вот еще тебе, вот еще и бочка тебе, если что, скини, я ее скину сейчас тебе куда-нибудь. Тут надо тоже забор поменять. На первый этаж лучше вообще не спускаться, там реально не весело. Так, ну сейчас придет жопа нам, похоже. Фу, конечно. Да я не могу... Мы сейчас все вчетвером взорвемся. Нахрен, и все. Оба. Моя мина что-то взорвала. Мне дали 900 опыта или 9000, не понять. То есть тут еще и спавнится обычный. Это нормально. А нефиг ходить. Эй, не трите мои мины, я их тут специально раскладываю. Тут две подряд лежат. Ну и что? Все, давайте. Давайте начнем. Стой. Еще немножко мин. Енот, ты запустишь, да? Гад. Включаю. Только не говорите, что к нему надо телепортироваться. Начинаем, да? Да-да-да. Чё, как думаете, сразу пулемет тратить или не надо? Сразу трать. Ну, ты подожди, пока они все взорвутся и прочее. В круг надо только сначала попасть. О, боже мой. Я попал. Все, окей. Это что, можно будет пулеметы переставить? А они недолго, я думаю, будут. Эти пулеметы. У них что, 400 патронов. Уровень воды. У меня вообще никого. Так, я переставлю свой, у меня никого. А нет, есть. Зареспаунились только что. Так, я иду к вам, у меня никого нету. Неплохо, взрывает. Не, ну ты сейчас ты тут встань. А я пойду сейчас сюда. Сережа, я иду к тебе. Помогать. Иди. О, можно прицеливаться даже. Ни хрена себе. Главное толстых убивать, наверное. Черт, тут еще и перегрев есть. Ты в голову главное стрелять короткими очередями. А то вот у меня уже 220 патронов. У меня 231. Вау, что-то взорвалось. Граната. Не надо близко ставить. Так, на другую сторону. Сказали на другую сторону тащить. Где они? Тыл? Я не знаю. Я не вижу нигде. Господи, тут такой шум! И музыка это еще. О, вижу. Сзади теперь.
Виспа, ты куда поставишь? Сюда или направо? Давай я вот здесь стою. Окей. В принципе, это пост сюда не. Рейджер, отойди. Отойди, мне надо пушку поставить. Ай-яй-яй-яй-яй, меня скинуло вниз! Побольше бы этих. Уходим, уходим нахер отсюда, пока все не забылось. Слева, слева. Меня отбросило гранаты, как? Она так далеко была. Можно включить общую ярость, как вы думаете? Давай, включай, к нам прорвался один. Патронов нет. Так, ну все. Мы в жопе. Я пойду, я пойду. А-а-а, отойдите, ёпарасоте. У меня кончились патроны, все. Мы в жопе. Я гарпун их херачу. Здесь надо поменять баррикаду. Где прорвал? Может мину сверху убрать? Ну... Да ладно, пока еще ничего не стало. Не надо. Блин, я ничего не вижу, когда у меня ярость включена. Где они? Им надо под жопу надавать. Помогите с плывуном разобраться. Он тут ломает. Плывун, плывун, плывун. Ему надо пойти. Отойди оттуда, я гранату кину. Ушел. Гребаное дерево! Еще раз отойди, я еще одну гранату кину. Отойди, Виспа! Нет! А, я себя убил. Я застрял на этом. Потрясающе. Нас всех убило. О, енот, спасибо. Подоспел просто. Теперь с фланга. Охереть. Тут у меня столько в воздухе зависло. Пуль гарпуна, стрел гарпуна, какая разница. Я убрал. Да я не могу их забрать, свои стрелы. О господи, они со всех сторон, они со всех сторон. Идиотизм, что пулемета так мало патронов, это неинтересно. Они здесь самоубийцы пошли. Вау! Я не знаю, что мне. А, меня мина убила, потрясающе. Ладно, не суть, 7000 потерял. Потрясающе. Виспа сзади. Я видел. Вау, меня лагает. Аж вообще капец лагает. Где там мой патрон? Это мой патрон? Народ, тут этот хищник или как там, мясник. У вас ни у кого еще ярости нет, у меня уже половина накопилась, хотя я заюзал. У меня есть. Мне не на кого тратить. Не на кого. Толстый еще бежит. Если что, включайте общую. Включилось? Нет. Нет. Вау, нет, тут... Не... Да капец какой-то, а. Тут некий Мо, и он 54 уровня. А вот сейчас включилась чья-то. А, это енота. Он... Это моя. У тебя больше выносливости дает, да? Ну, бесконечно. Бесконечная выносливость? Так это ж охренительно! Это супер, это супер. Это самое лучшее, что есть! Забивай его, забивай, он ничего сделать не может! Народ, тут толстяк! А у нас шальной Мо! Мы бьем его. Там куда-то помочь надо в лагере. Вау, мы только что забили одного засранца. Надо помочь кого-то. Стрелы висят в воздухе. Просто тысячи их все висят. Я плыву, но не победить. Не так. Сейчас, я бегу.
Надо двоих хотя бы, чтобы отвлекать. А где он? А, вот и все. Нифига себе. Это че? Это я. Это енот. Одним ударом? 18 тысяч. Мины. Мина. Сейчас собираем? Ну да, я думаю, сейчас, да.